Ну вот мини-обзор на кроссовки Nike Downshifter 6. После одного сезона использования, очень интенсивного, за сезон я пробежал в них около 46-50 километров по местности пересеченной, по асфальту и по пересеченной местности. И примерно километров 15 я прошел в походах в них, в горы. Поэтому очень интенсивно. Значит, мой вес 88 килограмм. Нагрузка очень большая была на них. Вот они выдержали. Я очень доволен. Они хорошо амортизируют. И вообще классные кроссовки. Вот. И причем недорого обошлись. То есть я их покупал за 3000 год назад. Вот, по износу, значит, вот на каждом этом элементе салатового цвета был шип. Вот, они полностью стерлись практически везде. Вот, но при этом хорошо держит подошву, все равно нормально ходишь. Вот, и здесь износ на заднике такой приличный. Уже скоро, возможно, будут образовываться дыры. Хотя, может, и нет. Посмотрим, как они еще сезон отходят. Вот, довольно жесткие, но при этом хорошо амортизируют. Вот, ну и просто для того, чтобы понимали, в каких условиях они эксплуатировались. Значит, вот поход. Такая, в общем, каменистая местность очень. И уже непосредственно в походе мне казалось, блин, что они до конца не доживут, но при этом они дожили. Вот, много брошенных ботинок валяется по горам. Видимо, туристы оставляют, не убирают за собой мусор. Лыжу нашли. Вот, ну, в общем, в целом, я доволен. Хорошие кроссовки, и всем рекомендую, если они еще и со скидкой подвернутся, то как минимум можете рассчитывать на год эксплуатации хватит. Так что такие дела. Всем пока.